Портер, Magma Crucible, Alloy Smelter. Нет, у меня нет компрессора. Это действительно сложный крафт. На него надо много ресурсов, как минимум. Но для нее энергии дофига надо. Да я видел, что там по ляму энергии требуется на одну фиговину. Я не знаю. Прямо сейчас заниматься ядерным генератором, конечно, не хочется. Я бы, наверное, сделал Big Reactors, но я забыл, с чего он делается, кстати говоря. Чего надо было очень много на Big Reactors. Big Reactors, так. My God, it's that amazing. Спасибо за фоллоу. А, нужен графен. Графен. Как графен делается? Из чаркола. Угу. Пережаренный уголь — это графен. Вот. Графен. Можно сделать Big Reactor. На самом деле, если просто, вот, если просто заняться Big Reactor, просто начать заниматься Big Reactor, я просто нахрен уйду в Dimension и накопаю все, что мне надо, буквально за секунду. То есть, по сути... А, кстати, ребят, подождите. В Sky Factory Big Reactor не взрывался, а здесь будет Big Reactor взрываться или нет? Ну, если ты играть не умеешь с таким модом, то тогда это сложно, а так это легко сделать. Ну, естественно, я не умею играть с этим модом, я первый раз в жизни с этим модом играю. Хм. Нужен графен. Так. Хм. Подожди, а, помимо этого... Так, мне нужно было вот эту вещь. То есть железа еще много надо будет. Очень много железа. Плюс вот эта вещь. Ну, это тоже решаемо. Аксесс-порт или... Кулон. Да, аксесс-порт нужен будет, да? Но это легко. Какая-то еще фиговина нужна была. Турбина. Нет, турбинами я не занимался. Хм... Реднет порт, чтобы выводить, по-моему, да? Чтобы энергию выводить, оттуда нужен реднет. Пластик щитс, пластик. Как делается пластик? Из чего я в Sky Factory делал пластик? Ага, пластик делается из резин. Тогда все. Давай, взрывай все. Зашибись, добрые такие. То есть я вот это все строю. Не для того, чтобы взорвать, как бы. Вы понимаете, я надеюсь, это. Я это все строю, чтобы этим потом пользоваться, а не для взрывов. Так, давай два. Не, давай три нафиг откроем. Так, на, кушайте. Че, еще выше ее что ли сделать? Мало кушает. Так, где у меня еще? Надо больше железа. Еще больше железа. Где у меня еще железо? У меня что, железа больше нет? Нет, вот железо, все. Все железо, что я еще поплавлю. Так. Да. Уходи. Уходи, убегай. Добудай. Так, отлично. Железо сейчас будет выплавляться. Помимо железа мне надо будет начать, видимо, плавить елориум. А еще за одну голду поплавить. Я думаю, у меня голды нет. Хрен там, голда есть. Я просто ее не плавил. У меня 38 ураниум ора. То есть уран фактически у меня есть. Даже много где-то его есть. Только я его плавить опасаюсь. А так-то да, так есть. И золото сверху будешь плавить. Пока все, наверное. My God, is that amazing. Спасибо за фоллоу. И что-то они по диагонали, смотри, далеко не всегда хотят расти. Вообще далеко не всегда. Я не знаю, с чем это связано. Так, Шака, почему у тебя игра помечена как КС? Не знаю, попробую обновить трансляцию. У меня вроде все ок. Если ты имеешь в виду в записи, потому что в записи обозначается первая игра на трансляции, а первая игра у меня была разминка в КС. А сейчас у меня Шокерон играет в Майнкрафт. Не, у меня все правильно. Не пугай меня так. My God, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Не знаю дженера, я не пробовал. Такс, окей. Че я хотел? Я хотел поспать, на самом деле отправиться немножко поискать храм. То есть у меня 15 зенок, не просто так в инвентаре. Я храм хотел искать.
Такс. Давайте обратно мне мой... Эти, джетпак. Оп. Так, так. Уи-и-и. Я даже по привычке два пробела нажимаю, чтобы начать летать. Хотя это на самом деле не надо давно. Помимо причем эндера... Ну, эндер измерений, здесь же куча еще других измерений есть. Которые просто пи... Что? Ага, туда. А-а-а, разрушился. Фак. Бать, фак. Хорошо, если не в океане будет, на самом-то деле. Это будет прям радостно. Если он в один прекрасный момент покажет меня назад, я буду знать, что это, по крайней мере, недалеко. Нет, далеко. Дай-дай-дай-дай-дай. Отлично. Окей, летим дальше. Через океан. Можно, кстати, было с собой метеоритный компас взять на всякий случай тогда. Хотя, по сути, там мне с метеорита больше ничего не надо, но тем не менее. Так, куда я вообще плыву? Ну, как сказать, я там не был. На самом деле, я там плюс-минус был. Ну да ладно. Чё? Мне показалось, я слышал какой-то кря. Это было крайне странно. Так, смотрим. Не. Все еще лететь и все еще далеко. Ать, спасибо. Привет, что делаем? Привет, ищем крепость эндеровскую. Та-та-та-та-та. Здорово, РПГшка. А началось с просмотра драконика. Ну, что поделать? Все же взаимосвязано, правильно? Правильно. Ну, я сейчас, естественно, не пойду туда. Я еще недостаточно прокачан для этого. Но мне хотя бы увидеть, где эта крепость находится, уже будет неплохо. Я вообще в депоушене нахожусь сейчас, это пипец. Ать, спасибо. И примерно на сколько? На 30%, наверное, мне надо будет назад возвращаться. Потому что я уже достаточно далеко от дома. Даже где-то на 40% джетпака мне надо будет возвращаться домой. Такс, оп. Нет, еще дальше. А-а-а, разрушилось. Блин, остается все меньше, хреново. Мне еще надо с собой глаз этих в крепость достать, чтобы портал активировать. Это тоже важно. Фу, джунгли. И мне он показывает прям в джунгли лететь. Оп, спасибо. Ох, сейчас будет прогрузка. Готовьтесь к этому. Сейчас могут быть лаги небольшие. Прогрузка, конечно, это джунглево хорошо. О, вулкан. Слушай, а я, по-моему, здесь... Нет, я здесь еще не был. Мини-карта говорит, что я здесь еще не был. Хотя местность что-то как до жути знак... Все джунгли такие, честно говоря. Я просто вулкан рядом с джунглями встречал. Еще дальше. Окей. Оп. Ну, по крайней мере, джунгли были недолго. Спасибо и на этом. 56% топлива. Я дома уже на расстоянии в 2 километра. Окей. Видимо, вент придется... Придется действительно телепорт построить, чтобы вент мотаться. С телепортом все будет намного проще. С телепортером. Так, еще дальше. Здорово, Кидон. Ребят, давайте не спорить по поводу химии. Сервер бэкап старта, окей. Я ее, в принципе, изучал, и я понимаю, что пластик-то может быть сделан из природного каучука, если вы вообще про это. Вот, но там суть немножечко в другом. Суть в том, насколько это легко делать, а это делать, блин, нелегко. К сожалению, я этим даже занимался.
К сожалению, потому что мне это, ну, по сути, не пригодилось. Но я этим по факту занимался. Бред полнейший, не очень удобно, но ладно. Так, куда мне надо? Так, мне туда. Оп. Здорово, Ник. Кому ты нужен Jetpack Tier 4 или даже 5? Да хотелось бы. Если здесь есть вообще Tier 5, Кать. Я почему-то не уверен, что здесь Tier 5 Jetpack есть. О, деревня еще одна. Забавно. Так, ну что, на этой деревне пока остановимся. 40% у меня сейчас будет. Лететь мне надо еще дальше. Лететь мне надо, походу, еще дольше. Поэтому так, что я сделаю? Я делаю вот так вот. New... Отлично написал. I like it. Где я сейчас по карте? Ну-ка. То есть я вот, я чисто так двигаюсь. Я там не был, короче. Окей. Так, если я уж прилетел в деревню, давайте я попробую что-нибудь себе забрать. У меня зам... Ого! Забавный прием, окей. Золотом немного отплатили, окей. Уже не зря, да. Уже не зря сюда шел, золото получу, все дела там. Так, что у нас здесь попутно есть? Здесь есть... А, пчеловод здесь есть. Это хорошо. Плюс домик Immersive Engineering здесь есть, это тоже весьма неплохо. Медь, алюминий. Сталь, медь, странная хрень. Так, палка. Пропитаны палки, кстати говоря. Так, здесь больше пока ничего нет. Все, да? Да, здесь пока... Здесь вообще больше ничего не будет. А, жаль. Маловастенько. Так, чувак, вот. Uncommon Shader Grabback. Окей. Я думаю, не, им не очень удобно, я им помогу. Вот, чуваки, я вам помог. Так, что эта деревня еще может мне предложить? Больше ничего. Здесь ни кузницы, ни этого, другой инжиниринг. То есть, как его? Тинкерс Констракт, вот. Окей, погнали домой. 3 километра от дома. Пипец просто. Я не уверен, что мне сейчас джетпака хватит, честно говоря. Но в теории мне не должно хватить джетпака, если говорить уж так. Я бы себе глайдер взял, но у меня его уже нет. Помнишь, я тут говорил, что Айзек бы надоел? Я тут играл и собрал имбу, мне опять интересно играть, не пойми не так. Аги! Книги не забудь. Да не, выкидон, забей. Это уже хрень. Блин, 25. Не, я не успею. Я не знаю, в скольких километрах от дома откажет мой джетпак, но оставшийся путь мне придется проходить пешком. Я эти книги даже не собираю. Я же могу совершенно спокойно сделать. Там книги в основном по Witcher'е находятся, честно говоря. Я их уже очень много встретил, но я их не собираю. Та-ра-т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 а-
Я, наверное, где-то 15. Где-то в километре от дома окажусь, получается, да? Так, 13, было 750. 12. Да, даже меньше. Да, даже больше, чем в километре. Вот блин, а. Надо на 50 было, короче, домой лететь. Ну, типа 50 туда, 50 обратно. Факт. А вот сейчас придется пользоваться телепортом. Да, короче, 1,5 километра по океану, мне придется плыть пешком. Плыть пешком. Классная фраза. Ну или не совсем пешком, если уж на то пошло. 7, 6. Или не 1,5. 6, 5. 4.
А вокруг только грибы, вокруг нет вообще ни хрена. Ни дерева, ничего подобного. Так, километр, значит, да? Окей. Такс. Так. 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 По старинке, так сказать. Поплыли. Ох. Шаг поднялся на максимальную высоту из глайдера. Уи, да, игра такая, уи, и крашится, короче, да? И ни хрена больше с игрой нельзя сделать. Было уже дело, хватит. Да тут садится не только батарейка, здесь даже солнце садится. По крайней мере, на грибном острове мобов не будет, это факт. Так, ну-ка, мне плывать или не плывать? Так, мне лучше оплыть его. Хорошо, что океан не как в Субнотике. В смысле? В смысле не везде или в смысле не такой враждебный? Не, здесь океан может быть весьма враждебным, если уж на то пошло. Я надеюсь, мне сейчас оплыть-то направо дадут. Ребят, дайте оплыть. Спасибо. Нефть еще вон там, струей бьет, так сказать. Блин, как дикарь в лодке плыву, ужас. Каменный век, все дела там. Прошлые технологии, да. Ну ты в майне плывешь и бац, левиафан. Ну и чё? Я его бацу с арбалета. С мощного. У меня же нет такого мощного арбалета там в игре. В Субнотике, к сожалению. Левиафан. А ты представляешь левиафан? Кстати говоря, почему бы нет? В майне можно построить левиафана. Ну, чисто внешне. Я думаю, он даже более-менее красиво выглядеть будет, чё бы нет. Перечень. Здорово, Димончик. Я вот одно время я очень сильно грустил по поводу того, что вокруг меня сплошные грибные острова, потому что они, ну, реально надоедают. Дерево там нет, а сплошные грибы и коровы. А сейчас это, честно говоря, даже радует, потому что здесь не будет респауна мобов враждебных. И поэтому, когда я ночью приплыл к себе домой, то мне остается пройти совсем чуть-чуть. Мимо враждебных мобов до дома. Так, здесь негде... А, нет, есть где забраться. А, нет, негде. Так. Оп. 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 Найс. Все, что осталось сделать... По безопасной территории дойти как можно ближе к дому, а потом побежать по небезопасной территории просто домой. С криками «А-а-а-а!» Ну или без них, посмотрим. Ай. Да, действительно, надо пробовать уже апать свой джетпак, но фишка в том, что пропать джетпак я могу только с помощью эндера, а у меня эндера столько нет. Так, чувак, ты со страшной шапкой. Знаете, что я подумал? Надо было спальный мешок с собой взять. Было бы намного легче. Блин, как я здесь все неудобно раскопал, оказывается. Очень неудобно все раскопал. Ща. Оп. Так, и валим. Валим. Просто валим домой. Просто нахрен валим домой. Домой. О, крипер, привет. Домой. Лучник, пока. Еще один крипер справа. Ай! И лучник справа. Ау. Фу! Жив цел, драконь. Приятно иногда живым и целым домой верну. Ну, почти целым, ладно. Пару раз руку прострелили, ок. Так, окей. Пока джетпак у нас будет заряжаться. Собственно, жемчужину я пока поставлю у себя просто в ящичке.
Посмотрим, продолжим в следующий раз идти. Да. Ладно, что я ценного добыл? Это ценное, это хрень, это хрень, это хрень, это... Вообще на выброс, это хрень, это на выброс. Это переплавить, это ценное, 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 переплавить, переплавить, на выброс. Так. Сюда теперь выбрасывать всякое. Ту-ту-ту. Блин, железо все еще плавится. Ладно, все еще железо плавится, если так говорить, да? До золота дело еще не дошло. А у меня золото-то там тоже весьма прилично. Ну да ладно. Будет еще больше. Почему бы нет? Шака, куда мы летим? Крепость эндерменовскую искать. Ну, то есть, крепость, чтобы попасть в энд. Шака, я тебе больше скажу, есть мод на мобов, мир и т.д. из субнаутики. Серьезно? А ты мне что, в поэме это написал, что ли? А-а, окей. Ну да, я слопок, но я отходил, шаг куда-то летел, и в первый раз вопрос поэтому был. Да, это нормально, Дженнер. Я же не против объяснить. Летел пробовать находить крепость эндовскую, но она оказалась... Ну, то есть, я пролетел 3 километра, и она еще намного дальше от меня будет, понимаешь? В этом проблема. Так, а, да, я планки пропитанные не положил. Оп. Оп. Оу. А вот это то, чего я боялся, ребят. У меня, собственно, обесточился терминал просто потому, что сейчас идет зарядка джетпака. И у меня энергии на терминал вообще не подается. То есть банально ее не хватает. Все, зарядка пошла заново. Только при этом сначала, по идее, будет заряжаться этот капаситор, а только потом это все. Надо МЕ переводить на отдельный источник энергии. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Надо реально МЕ переводить на альтернативный источник один энергии. Так. Знаете, что я сделаю? Я сделаю, пожалуй, вот так вот. Так-с. Ща все сделаю. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так-с. Оп. Ать. Так-с. Ать. Оп. Дальше мы эту выбиваем. Хорошо. My God, is that amazing. Спасибо, фоллоу. Давай. Давай. Вот, найс. И сюда. И вот так. Вот. Теперь правые два кинетик динамо, которые у меня есть, они будут питать исключительно МЕ. И я надеюсь, чисто на двух кинетик динамо МЕ продержится. А четыре остальных кинетик динамо будут питать уже эту машинку. Да, будет медленнее, естественно, на два кинетик динамо отдельно будет. Но тем не менее, по крайней мере, у меня МЕ так будет работать вообще постоянно. И мне не надо будет париться с тем, что у меня просто отвалился нахрен инвентарь весь, да? И я ни к чему не могу получить доступ. Это как бы хреновато. Так, вот смотрите, положил три вещи, да? Мне интересно, МЕ потратил энергию столько, что прям пипец или нет? Нет, нормально все. Окей. Чистые два кинетик динамо будут теперь питать МЕшку. Алешка, у нас на стриме без мата. Поспи, да, не, ни к чему. Вообще ни к чему. Здравствуй, здорово, Максимка. А тот шлем солнечной панели может джетпак заряжать, пока он на тебе? По идее, Кук может, но я не знаю, насколько... Ну, то есть, ты видишь вот эту вот солнечную панель, да? На 2 ЕУ. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Вот эта солнечная панель влияет на 2 ЕУ. Я совершенно не уверен, что шлем сможет заряжать... Ну, то есть, он сможет заряжать джетпак на 1% за 10 минут. Что-то вроде этого, я, видимо, думаю. Здорово, Стар. Спер, не спамь. Пожалуйста. Это не очень. Так, кое-скайп. Максимка, не сюда вопросы такие. Что это за параллелепипед с водой и что он делает? В смысле, ты про что? Параллелепипед с водой? Ты вот про это, что ли? Или вот про это? Здесь я заряжал, собственно, кристаллы кварцевые, а это водяная мельница, которая дает мне энергию в основном. Так-с. Что у меня там по болтам выходит? 35%, 14%.
Мне по-хорошему надо в ад ради того, чтобы добывать себе гораздо больше порошка. Мне надо драконьим заняться. Мне надо дезолятор сделать. Не дезолятор, а Charm of Desolation. Для этого надо действительно в ад смотаться. И убить много-много эфритов. Да. Так, погнали мотаться в ад убивать эфритов. Пиросиум. Пиросиум я могу уже сделать, окей. Возможно, тир 4 джетпак все-таки для меня сейчас возможен. Тем более, что электрум у меня есть. У меня нет только эндериума. А чтобы сделать эндериум, мне нужны заготовки под эндериум. А чтобы сделать заготовки под эндериум... Оу. А, ну да, логично. Мне нужен вот эндериум бейс, сильвер, шайни, тин. У меня, в принципе, это все есть. Так же, как и алой смелтер. То есть, если захотеть очень сильно, то можно уже джетпаком заняться. Тир 4 джетпак, но, правда, он будет заряжаться. Вы представляете, что будет, когда вот эта хреновина заряжает мне 2 лимона, а будет заряжать в 10 лямов? Ну, где-то полгода, я думаю. Ну, плюс-минус времени займет. Поэтому, ну, с этим надо быть поаккуратнее. Нужен дезолятор, будем броню моба снижать на 7. Да нет, нужен телепортер, Charm of Desolation. Чтобы ставить метку и телепортироваться. Но на работу Charm of Desolation, в чем его минус? В данный момент не в Sky Factory, да? Минус 8 дизоль делает, минус 7 же. Это же с последним патчем он разве не минус 7 делал? Или минус 6 вообще? Так, сейчас, да-да-да, увидел. Жень, только ты написал слишком рано, поэтому я попал по тебе. Так. А еще доедалось, да? Мне так доедалось здесь не хватало. На самом деле не особо. Мне доедалось здесь не нужно вообще. У меня криты и так вылетают неплохие с арбалета. То есть у меня арбалет с критами 0.12 сердец доп находит. Мне доедалось здесь не нужен. Мне бы выживать, мне тут нужна тараска, кираса, все дела там. А тогда будет нормально. Так, лады. Значит, что мы делаем? Окей, Свегман. Такс, сюда. Лучше БФ. БФ будет. БФ встроен в оружие Виверны и, собственно, Дракониум. Поэтому БФ-ка здесь не нужна, БФ-ка будет со временем. Так, мне нужны сейчас эфриты. Мне надо много-много-много-много эфритов. Вот они, заспаунились, спасибо. Минус арясь. Оу, скелет еще теневой рядом. Минус давась. Минус хренась. Так, спасибо, раз палка, два палка. Вот этих палочек мне, к сожалению, понадобится сейчас большое количество. И в отличие от того же Sky Factory, в котором есть просеивание, здесь просеивания нет. И поэтому палки, ну точнее порошок, я не могу получить просто так. Да иногда и просто палки нужны, поэтому эфриты тоже пригодятся. Возможно, стоило из алмазов сделать такую хреновину, чтобы спаунер эфритов перетащить к себе домой. Но я пока решил этого не делать, потому что. Вот. Во, спаунер эфритов. Найс. Вроде как никто не мешает, вроде просто спаунер эфритов. Оп. Оу, палка упала, что ли? Либо ее не было, либо она упала. Одну из двух. Да, фак. Все-таки падает. Так, видимо, здесь придется опять вот такую вот, ну, кабинку сделать удобную. Сейчас посмотрим. Если еще одна палка у меня так скроется, то я кабинку удобную сделаю нафиг. Чтобы у меня палочки разные не падали, которые мне нужны. Ну, деспойся уже. Дай. Ахалай, махалай, мне эфритов подавай. Оу. Ну не трех же сразу, ну, ё-моё. Так. Я либо пробил одного насквозь. А, нет, вот он. Блин. Так. Оу, там еще эфритики зареспались. Так. Вот сюда лут давай. Так, сера упала. Не, сера нормально. И. Блин. Дай палку, дай. Вроде все нормально. О, еще и фриты. Ну, кстати, издалека в меня стреляют, но при этом я боюсь, что они... Оп,
Ах. Слишком низко взял. Мне надо, чтобы они внизу были. Да блин. Оп. Есть минус раз. Так, вниз. Есть. Блин, мне только газа не хватало, чтобы который мне по жопе будет бомбами стрелять, а? И бдыньк. Такс. И ни одной палки. Серьезно. Охренеть. Оу, тут два гаста даже. Вообще слезы гаста могут пригодиться, поэтому гаст. Блин, они над лавой. А, это фыр на самом деле. Слушай, гаст. Я взял слезу. Я взял слезу. Найс. Так, где... Блин, тот вообще в лаве купается сейчас. Нашел время купаться, ё-моё. Давай-давай, вылетай, правильно, вылетай. Ну, зараза. Жопа, а. Упс. Дай, есть, еще две слезы, найс. Так, вернемся к нашим баранам, то бишь к эфритам. Че там, чатик? Так, секунду, ребят. Бред какой-то в чате, что ли, происходит? Дотеры собрались. Юп. Ну, я в доту не играю, но тем не менее дота это хорошая игра. Шаг у твоего махалай время сведения, как у арбалета. Ты это интересно посчитал. Время сведения халай махалай. Это прям, да, это научный трактат целый можно писать. Хрен ли нет. Я на самом деле сейчас уже не дотер. Я сейчас могу хонером считаться. Потому что от дотана я ушел достаточно давно. Зато в кончик поигрываю часто. Так, палка. На самом деле, знаете, что я подумал? Здесь же должны быть очень вкусные плюхи. Ну, то бишь, эти. Сокровищницы. Здесь сундуки должны быть, все дела. Надо за сундуками смотаться, посмотреть, что тут есть вообще по сундучкам. А то я здесь вообще не был. О, типа-то вас. Главное, чтобы ко мне скелет сзади не подобрался, не пнул меня. Gold Armor, окей. Armor, окей. На переплавку все пойдет. Так, еще золото, еще Gold Armor, коняки. Окей. Так, еще Gold. Железный армор еще один. Окей. Какой удобный проход. Окей, жиж. Так, что у нас будет? Ну, разгон. А, еды нет. Упс. Недостаточно кушал в детстве. Ну или не только... Ау! Жопа. Я вне... Я стрелой арбалетный случайно в мышь попал в эту летучую. Забавно. Я вижу еще один сундук прям даже слева. Но сначала надо с эфритами разобраться. И со скелетами, да. Оп. Мне, кстати, головы этих скелетов тоже пригодятся. Вы помните, что я их фармил реально десятками? А мне не нужны просто так еще. Ну, то есть, мне же выдра надо как-то вызывать, правильно? А для этого нужны головы вот этих вот скелетов. Так, бдыньк. Так. Сколько палок у меня? 8. В принципе, не так уж и плохо 8 палок заиметь. Так, железо, железо, золото еще. Так. На. Не, действительно, вот этот спаунер прям желательно себе домой забрать. Но позже. Или вот этот спаунер. Какой не заберешь, все равно. Просто спаунер ифритов к себе домой. И пускай там спаунится дома, я их дома вполне себе убивать буду. Как я понял, в Sky Factory ифриты спаунятся не только в аду, они спаунятся, потому что могут. Для этого не обязательно даже крепость нужна. Так, еще одна палочка. 9. Сейчас посмотрим, если 10 палка выпадет, то можно, в принципе, на этом заканчивать. Так. Вон туда иди. Да, вот она выпала. Даже 2. 11, найс.
Так, ну ладно. У нас 64 топлива, у нас по... Ну, считаю, сейчас обновлю. У нас есть еще 8 минут и 63% топлива. Это на тот вариант, если мне ресурсов понадобывать. А понадобывать ресурсов понадобится, особенно, например, голды. Если заниматься драконием, ну, либо биг-реактор, да? В данном случае я сейчас буду заниматься биг-реактор. А это значит... Ох, блин, мне ж димлетов надо сделать. Японский городовой. У меня же нет анон-димлетов, я их не добывал. И я знаю, где их надо добывать. И я вообще не хочу туда идти. А мне придется. Фак. Походу, я сейчас пойду, короче, в шахту заброшенную, ребят. Хотя я очень сильно не люблю это делать, но... Походу, я пойду в заброшенную шахту, потому что мне нужны анон-димлеты. Или по деревням. Да-да-да, можно еще по деревьям промотаться. По деревьям. По деревням. В деревнях тоже анон-димлетов достаточно приличное количество было в кузнях. Забрать все анон-димлеты и начать димлетами заниматься. Построить биг-реактор, начать заниматься димлетами и создать себе первый димлет какой-нибудь, хоть с какими-то ресурсами нужными. И тогда будет зашибись. Вау! Вау! Кобальт! 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 Не-не, я пошутил, я пошутил. Базальт, вернее, не кобальт, базальт. Оп! Что, с него манулин? А, пульверайз обсидиан с него упал. Я же подумал, с него манулин упал, чуть не охренел. Кобальт Тору еще, прикольно. Так, что там чатик? Так, па-па-па-па-па. А как ты заберешь спаунер? Кук, пиши, пожалуйста, грамотнее. Есть специальная хредовина, такая передноска, типа тележки. Эта тележка делается из алмазов, там, ну, у нее не очень сложный крафт, просто ресурсов надо особенно. Вот, и эта тележка позволяет забирать спаунеры на себя. Весьма легко. Так. Я на всякий-всякий соберу себе... Это могила. Вот так вот, я еще глоустон... Ага. Вот так вот глоустонов я еще соберу себе. Так, это мусор, это мусор. Некротик Боун пока не мусор. Пока я еще не уверен, для чего оно здесь надо. Надо? Некротик Боун не будет мусором. Так, здесь я больше ничего не увижу. Вы, кстати, если увидите драконьим, вы говорите. Если вы увидите такое мерцание, которое я еще не видел, вы говорите, что там есть драконьим. Но пока здесь вроде все я уже обдраконил. Поэтому здесь драконьим больше быть вроде как не должно. Так, что у нас здесь внизу будет? Больше кварца разве что? Не. Вообще в аду действительно можно прилично ресурсов накопать, если уж на то пошло. Если действительно здесь поставить квари, и квари можно будет запитать от лавы, если уж на то пошло, правильно? My god, it's that amazing. Спасибо за фоллоу. Драконьюм. Найс. Драконьюм. Такс. Весь во мне. Весь в меня. 5 драконьюма. Найс. Мне только надо место освободить, если внезапно еще один драконьюм найду. Или что-нибудь еще необычного найду, чтобы он не свалился просто. Драконьюм это топчик. Хм. Хорошо, что свиньи, кстати, говорят, не работают на то, что... Ну, то есть, они не реагируют на то, что я драконьюм забираю. Руды? Да, драконьюм? Нет, ну, мол, забирай драконьюм, нам ни к чему. Странные свиньи, короче. Свиньи, одним словом. Хрё-хрё, мать вашу. Ватьмашу. Так. Оп. О, драконьюм. Это я посмотрел в... Ох, 2 целых. My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. 22 суммарно. Вот что значит посмотреть нужное время в нужное место. Вот. Просто еще сколько? 17 дракониума получается. Это офигенно, честно говоря. А, так, что там? My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Алешка, последнее предупреждение. Будь адекватным, не будешь, тебя забанят. Здорово, лайф. Ты учти, у нас здесь не демократия.
Если ты человек неадекватный, то, собственно, тебя очень быстро замутает. Ты, естественно, будешь иметь возможность продолжать смотреть стрим, просто не будешь иметь возможность писать ничего неадекватного в чат. Вот и все. Так, мы же не в Америке, правильно, чтобы демократию нести. Так, это Сафир, это не то. Я на самом деле в какие-то дебри пошел, у меня дом вот там вот. Я, кстати, могу туда прокопаться, хрен ли нет. Геморройно будет, но я же могу туда прокопаться, правильно? Ау, прижгло. 118, не, лень. Тем более, что джетпак разряжаться будет. Поэтому лучше туда напрямую попробовать выйти. Эть, давай. Оу, окей. Так, секретная дырка. 94, он еще и ниже. Блин, по-моему, в какую-то задницу забрался, короче, все. Мне надоело, я прокапываюсь. Бип-бип. О, нормально. Так, 70 метров, окей. Он еще и подо мной, фэр. Ладно, придется вниз идти. Он сейчас что-то жахнет, ну да ладно. Хотя... Во, каменный меч можно выкинуть, логично. Так. Да, кстати, Йо здесь не работает на Netherrack. Ну, точнее как, я могу поставить, чтобы оно работало. Но я не буду ставить, чтобы Йо работало на Netherrack. Потому что оно мне нафиг пока не надо. Так, куда хочу? Я хочу вон туда попасть. Нахрен... Вот чё меня... Кто меня дернул нафиг? Спокойно шел бы себе. Не, блин. Для слабаков. Надо себе испытание какое-нибудь. Короче, я как всегда. Так, серый еще. По-моему, некоторым свинюшкам не нравится, что я все это делаю, честно говоря. Я даже не знаю, как эти свиньи далеко от меня. О! Привет, портал. Не, ну, директ-путь, конечно, он интересен, но да ладно. А, у нас здесь ночь нынче. Угу. Зелень ночного зрения особо не видно, но у нас здесь как бы ночь. Вот. Так, секунду. У меня сейчас золото плавится, как раз пока золото не успело выплавиться, надо еще золото поставить. И железо, видите, здесь железо не доплавилось, к сожалению, не хватило. Причем я теряю сейчас достаточно приличное количество железа, но я надеюсь, что это у нас все исправит. Так. Хорошо. Плавить вроде больше ничего. Хотя... Че еще могу поплавить? Адрить не надо плавить. Куперора можно поплавить, ферросора можно поплавить, сульфур не надо плавить, кобальт не надо плавить, соль не надо плавить, нетерак не надо плавить. Все. Окей. Джетпак даже третьего тира очень хорош, если надо быстро перемещаться. Вперед летит он невероятно быстро. Так, смотрим. Все, энергию я забираю, собственно, с 4 кинетик динамо. А отсюда у меня энергии не забирается. Пара-пара-па. Пяу. Это хорошо. Так, тут команда робят и некоторые, да. Свегман, такое бывает. Попробуй либо комменты почитать, либо просто, возможно, это лаги БТТВ или Твича. Кюра сборка вообще ФТБ. Одно и то же фактически, но так, плюс-минус. Вообще ФТБшная сборка. Не Кёрс. Хотя, по сути, они одинаковые. Так, пульверилайзер. Че я хочу Да, сольку сначала. Так, мне интересно, что мне серый пока делать? Сульфур даст я могу сделать, либо я могу сделать просто сульфур ора, из которого уже делать серу. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Пульверизировать серу помог. Так, сначала кобальт надо раз того самого.
Потому что серой, в принципе, можно заняться. Почему бы нет? Так, это хорошо. К этому у меня есть драконьюм, да. Кстати говоря, драконьюм пыль я сохраню именно в образе пыльки. Потому что на первоначальный крафт мне понадобится пыль. То есть драконьюм слитки у меня уже есть. Их 47. Будет еще драконьюм пыль. Просто так, чтобы она была. Иначе будет совсем все плохо. Глоустоун сюда идет. Это. Это не идет пока. Это не идет. Это идет. Нет, кстати говоря, немного не так. Хотя, пусть будет. Некротик бон сюда же пойдет. Так, сначала посмотри, что вот это такое. Упс. Так. 12 монеток. Эндер Перл еще одна. И Potion of Healing. Instant Heal в 2. В принципе, неплохо. Башка Ифрита мне нафиг не исключилась, поэтому без нее совершенно спокойно можно обойтись. Так, раз, два, три, четыре. Плюх. Хорошо. Так, стрелы на место. Это выкидывать, это сюда. Бошку мы сейчас выкинем. Сейчас я только пулвилайзером займусь нормально. И можно будет выкидывать. Так, вот. 6 кобал даст. Теперь Адрид то же самое будет делать. А потом, собственно, поставим сюда серую. Можно забыть будет на время. Ну так ФТБ теперь в Керс. На самом деле это два разных абсолютно лаунчера. Просто на сайте ФТБ, если ты кликнешь на какой-то мод, тебя выводит в Керс. Но ты можешь скачать все равно ФТБ лаунчер, а не курсовый. Мне ФТБ лаунчер больше банально нравится. Я к нему привык. Именно поэтому я и ФТБ, собственно, занимаюсь, а не курсой. Голд да. Оу, нихрен. Серьезно? Мне на халяву голд даст дали 10%. А почему бы нет? А что я с него могу сделать? Слиток, наверное, могу получить, да? Да, еще один слиток. Эй, халява, однако. Прикольненько. И, собственно, мы имеем еще 6 манулина. Хорош. А манулин уже надо отплавить. Так, золото. Не прекращайся. Сколько еще? О, еще 54 слитка. Ни хрена себе. Конечно, оно не прекратится. 54 целых слитка еще. Такс, дальше. Точно. У меня же зарядка джетпак идет. О, кстати говоря, несмотря на зарядку джетпака, смотрите, все равно энергия сюда поступает. То есть энергии избыточно есть. И джетпак у меня полностью зарядился уже. Найс. Так, серу сюда пхаем. Манулин у нас есть еще больше. В принципе, я думаю, манулина мне будет достаточно на ремонт внезапно тех вещей, которые мне могут сломаться. Даже несмотря на то, что у меня авторепер на всех стоит, если внезапно они сломаются, уже манулину мне достаточно, чтобы их отремонтировать. С этим можно не париться в аспе. Вот. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, значит, теперь что? Если заниматься биг-реактором, да? Мне, помимо всего прочего, в Big Reactor нужны будут охлаждающие элементы. Ха-ха-ха-ха. Охлаждающие элементы в Big Reactor были. Обычная вода. Жидкий редстоун, по-моему. Жидкий эндериум. Криотиум. И алмазные блоки. Причем алмазные блоки были самым топовым охладителем. Холодогентом, то бишь. Сейчас для меня самое доступное, пожалуй, это жидкий редстоун, правильно? Эндериум охлаждает намного лучше, но у меня сейчас нет эндериума. Тем более, чтобы делать его жидким. Тем более, если я буду его расходовать именно на биг-реактор. У меня не будет столько эндериума. Поэтому, наверное, холодогентом будет жидкий редстоун выступать. Дестабилизированный редстоун. Я только боюсь, что он много охладить не сможет. Мне для этого надо еще елориум поплавить. А у меня так пока золото... Кстати говоря, золото потому так долго и плавится. Точняк, у меня железо забито все нафиг. Так, включить для золота. А, 9. Майдэй. Фак. Наверное, не хватит. Я забью все по КД, да, и все. Хотя нет, будем... Блин, я даже не знаю, должно хватить? 3 слитка еще. Да, должно хватить. Найс. Так, сколько у тебя еще слитков золота? 1. Так.
А железо куда делось? Железо... О, господи, оно что... Оно в никель превратилось? Не понял. Мне надо просто железо допихать туда, направо, а у меня нечем допихивать железо. Здесь порядка 6, 8, 14, еще 6. Здесь порядка 20 слитков железа. Я понимаю, что у меня железо до хренища. Ну, блин. Хотя, действительно, пофигу. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Ну, так лучше. Так, какие? Пускай у меня плавится пока медька. Железа много, золота более-менее даже. Золото теперь. И это очень хорошо. Дело графитовые блоки. Да ладно, зачем? Блоки алмазов, два места, одно место, жидкость какая-то. Какая-то, Кать. Не обязательно, нет. Ты же знаешь, я в Skyfactory полностью алмазными блоками сделал охлаждение. Оно великолепно работало. Оно просто великолепно работало. Оно лучше охлаждало, чем даже криотиум, который я до этого пилил все там. Так, сплюх. Плюх. Хорошо, так, это собрали. И это все у нас, собственно, в МЕ должно отправиться. Интересно, если я запихать такую порцию информации в МЕ, много энергии просядет или нет? То есть я реально должен сделать вот так вот. Плюх, плюх. Ну-ка, быстрее смотреть просадки энергии. Нет, не просело. Отлично. Значит, мне все-таки нужно было действительно просто доп. Питания на МЕ поставить, и все будет зашибись. Не понял. А, ты не полностью зарядился еще? Оу. Видимо, теперь энергия прежде всего идет в мои печи и так далее, нежели в джетпак. Это забавно, потому что раньше было по-другому. Ну да ладно. Так, биг реактор. Или тир 4. Биг реактор, тир 4, биг реактор, тир 4, биг реактор, тир 4, биг реактор, тир 4. Криотиум одно место? Нет, Кать, ты не права. Удачного стрима. Спасибо, Ник. Удачи тебе, если уходишь. Вот думаю, заказать как цен дороже 3 раза. Я вот думаю, все пишут, сайт хороший, но на почте России или таможню могут вытащить что-нибудь. Я без своего... Могут! Более чем могут, Свегман. Так что заказывать это весьма опасно, ты знаешь. Серьезно. Что за блок от Razer? Это проводник энергии просто. Светит такой. Это, ребят, проводник энергии. То есть, собственно, вот этот, вот эта вот штука у меня энергию переводит, точнее, то есть, вот на эту фиговину нельзя поставить MV-коннектор. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. То есть, энергия непосредственно через коннектор сюда не может поступить. Она может поступить через вот эти провода, но через коннектор нет. И для этого нужен асцептор, то есть уловитель энергии. Я энергию RF-овую, которая получается отсюда, с кинетик динамо, сначала в асцептор, он ее принимает и направляет сюда уже, в контроллер. Контроллер создает буфер энергии, и энергия по подземному проводу направляется в МЕ у меня. Вот и все. Такс. Давай попробуем. Так. Значит, ой, стой. А у меня шайни Айнгот есть? Я платину. Слушай, а я платину находил вообще или нет? По-моему, нет. Шайни. У меня есть только шайни Наггет. Платинум. Слушай, ребята, я не могу сделать, у меня платины нет, походу. Она раньше очень легко просила. Так, подожди, Айнгот. Либо я просто не поплавил. Возможно, я просто не расплавил. Обсидиан Айнгот, Манулин Айнгот, Драконий Айнгот. Возможно, я просто не расплавил ее. Стопа. Может быть, я ее добывал действительно уже. Странно немного. Так, Елориум. Елориум. Сера, феррус, это никель, сильвер, понятно, купер, купер, тин, тин, алюминий, алюминий, елориум, елориум, так, елориум еще сюда поставить, уран, эмбер, синебар, стил,
Лида, Тин, Тин, Лида, Лида, Сильвер, Купер, Купер. Нет, у меня просто нету платины. Проблема. Однако, почему я не встречал платину? В Sky Factory я платину находил только в Deep Dark, насколько я могу понять. Но это логично. Почему я не находил ее в своей шахте здесь? Вопрос. Ну-ка, мне надо сейчас вернуться к шахте и попробовать прокопаться немного. Почему я в своей шахте не находил ее? Почему у меня нет платины? Вот в чем вопрос. Мне надо еще броньку надеть. А где мне тогда платину искать, если не в своей шахте? Я в Deep Dark не могу при всем желании сейчас попасть. Причем, скорее всего, да, мне, скорее всего, придется, конечно, идти в эту хрень, в заброшенную шахту, чего я очень сильно не люблю, очень сильно не хочу. Но, блин, придется. А вообще, почему у меня нет платины? Странная хрень. У меня действительно, по идее, вот на этой глубине, на 13-й, 14-й, возможно, для платины надо еще глубже копаться. Да не, бред, она встречалась и раньше, на высшей высоте. Я попробую еще ниже прокопаться. Так, давай где-нибудь, да, где-то недалеко от входа, хрен бы с ним. Вот здесь я попробую еще ниже прокопаться. Так, железо, иди сюда. Очень странно получается просто, ребят. Вроде как платины должно быть навалом, потому что... Так, я глупо сделал. Потому что прокапываюсь я достаточно давно, да, ресурсов у меня должно быть прилично. Но ее нет. Ее нет среди всех тех ресурсов, которые я добывал. И это очень странно. Серьезно. Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано. Рубины уже не интересуют. Рубинов и так полно. Так, ладно. Давайте попробуем вниз прокопаться. О, уголь. Прикольно. Так. Покушать. Угель! Да хрен угель. Так, сейчас я дырку только закопаю, чтобы так все беспалево было. Крайне любопытно получается. Так. Оп, 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 оп. Если собака... Данил, не надо. Это не очень. О, редстоун. А вот Ферлс? Окей. Редстоун мне сейчас очень полезен будет, честно говоря. Это весьма хорошо. Феррус, ну, никель тоже пригодится в любом случае. Из никеля комплекс крафт придется делать. Причем я так понимаю, что сплав делается и с помощью никеля как бы тоже. Так, здесь редстоун, здесь... Во, наконец-то, много редстоуна пошло. Хорош. Мне его сильно не хватало сейчас. Я практически весь редстоун слил на ME, чтобы делать процессоры. И у меня сейчас рассовано, во-первых, его мало, во-вторых, его требуется еще больше. Потому что я далеко не закончил с МЕ, там надо будет еще больше делать всякого. Поэтому Redstone это очень круто. Я даже не знаю, можно, конечно, попробовать до бедрока прокопаться. Возможно, даже в обычном мире есть драконим, хрен его поймет. Если даже в обычном мире есть драконим, тогда будет классно, просто он типа у бедрока расположен, вот и все. Три, четыре. Так, сюда. Я не знаю, до бедрока либо оставить себе... Я, наверное, прокопаюсь на какую? На вторую высоту. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Шутка. Хотя, почему шутка? Мне же нужно... О! Мне же нужно обсидиан добывать. Оу. Оу. Ну... Прокопался. Так, мне надо назад. Сейчас я сгружу все, я возьму еще больше факелов.
Плюс к этому я возьму ведро с водой себе. Если что, я буду добывать обсидиан как раз. Который мне тоже необходим, причем в весьма приличном количестве, если я хочу выдра убивать. И снова здрасте, меня призывали, это так? Да, Хигисон, призывали. Твой словарь был нужен. Сейчас уже нет, но был. Но ты оставайся, а то, возможно, еще понадобится. Я про чувака, он собаками рейдил. А, ну, ок. Я не хочу показаться грубым, но хрен бы с ним. Так, сферусора нет. Сюда, 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 землю сюда, это сюда. Это у меня пойдет в другое место. И мне нужно ведро. Бакет. Бакет, 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 бакет. Бакет воды. Я, кстати, здесь бакет воды не смогу сделать, поэтому... У меня единственный... Точнее, как, у меня вот два источника бесконечных воды, и находятся они на грядках. Так, брать, убрать. Все, разгрузился полностью. А, факел, точно. Я на всякий случай возьму с собой лишний стак факелов, потому что, ну, мало ли. Насколько большая эта пещера будет, хрен его знает. А, так, торч. А? А, окей. Я их решил не делать здесь. Окей, жеш. Я их решил сделать тут. Окей, два стака факелов есть. Надо будет еще их наделать, а то мне всего 12 стаков осталось. Ну, такое. Хорошо, что теперь у меня конструкция будет полностью рабочая. Не всегда быстро заряжаться, да, но хотя бы полностью рабочая. Если что, я тут темным духом стал? Нет. Такой отёп и нет. My God is that amazing. Спасибо за фоллоу. Это на что тебя там соблазняют, Свегман? Если у тебя столько сил на призыв Хигиса ушло. Так, что у нас здесь есть? Ну, по крайней мере, есть здесь золото, это уже очень хорошо. Да, алмазики есть, это вообще великолепно. Блин, здоровая какая-то хреновина. Хоть с джетпаком сюда вылетать, честное слово. А, так, мне надо чем-нибудь тебя закрыть. Оп. Так. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так. Оу! Я здесь был. Это, блин, все. Ненавижу каньон. Это реально все тот же каньон, походу. Который я все так же ненавижу. Он вообще не изменился, мать его. Да, это реально все тот же каньон. Каньон, фак! Это было больно. Немного, но больно. Так, ладно. Вообще надо прочекать, если уж на это пошло. Ресурсы лишними не будут никак, да. Поэтому ща как все добуду. Ща как офигеть все от количества. Вау. Сколько алмазов? 12. Найс. Более чем найс. Так, ну насколько я могу понять, здесь лава еще у нас остается, поэтому ее надо будет как-то дотушить. Я попробую сначала такой, йо! Оп, 15 обсидиана, неплохо. Так, дальше мы делаем так вот, так вот. Дальше такой, йо! Оу, а это уже сгорело. Так, это сильверора. Такое чувство, как будто здесь нет шайниора. Обделили банально. А еще, по-моему, здесь очень глубоко будет лава. Так, слушай, а если без ее? Да, здесь лава еще глубже будет. Еще глубже. Там охренеть сколько лавы, и я должен в эту лаву копать, по идее. Что, естественно, не очень хорошо. Так, больше золота, спасибо. Да. Оу, вау. Это что, ферроус? Ферроус это тоже полезно, спасибо. О, уголь. Уголь тоже полезен. Лично. Так, что там чатик? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот я не очень... Бывает номер. Все мы когда-нибудь бываем не очень.
Так, окей. В чатике пока ничего не происходит. Ну ладно. Ну, за исключением там призыва кого-нибудь. Так, это Тина, это Тина, это не то. Я на какой высоте? Я же на 24-й высоте. Здесь на самом деле особо сильно мощного-то ничего не будет. Ага, пчелки еще сверху. Здрасте. Марко. Ай. Поло. О! Золотая шлема, золотая. Такс. Угель. Не. Такс. Я делал вид там, что я уже там был. Да, более чем был. Ну это нахрен. Тин. У меня, по-моему, Тина нормально, но я его, в принципе, трачу. Окей, давай Тин добудем. Я его, в принципе, трачу, да. Лиду. Вот Лиду у меня точно безмерно. Лиды я накопал себе просто забей какое количество. Уран. Урана тоже. О, золото. Золота мало. Так. Упс. Так лучше. Такс. Ау. Нано. Я тоже так могу. Так, а что такое Елориум? Это серебро, это мне интересно. Пам-пам-пам-пам-пам. Золото! Отлично! А, так, нет. My God is that amazing. Спасибо за follow. Дай-дай-дай-дай-дай. Отлично. My God is that amazing. Спасибо за follow. Так, больше я там ничего не забыл. Больше мне там нахрен ничего не надо. Я не хочу слушать паука каждый раз. Поэтому я просто пойду вниз и буду бороться на самом деле с лавой. Если уж на это пошло. Лавы очень много, и с лавой надо бороться, бороться, бороться. Еще раз ба-а-а-а-бум. Такс. Лава. Угу. Так. Если я хочу себя на вторую высоту сейчас опустить, то мне придется действительно с лавой побороться. Сверху. Какая версия сборки стоит у тебя? Читай название стрима. Там есть версия сборки в названии. Такс. Если я хочу еще вниз. Так, я не уверен, что мне все вот это закрывать придется, да? Но хоть какой-то потолок номинальный мне все-таки придется сделать, чтобы ко мне всякое не падало сверху. Поэтому, так. Поэтому вот примерно на этом уровне у меня сейчас будет потолок. У меня камней на полный полноценный потолок, да, не хватит, но тем не менее. А может, хватит? Ну, почти. Теперь хватило. Такс, окей. Значит, что у нас будет? У нас сейчас будет борьба нафиг с лавой, вот с этой. Сейчас буду по чуть-чуть, потихонечку, буквально по одному блоку пробиваться вниз и бороть лаву. Заодно постепенно я попытаюсь добыть обсидиан, потому что мне обсидиан в итоге все равно понадобится. Видите, как много лавы здесь в итоге? Ее действительно очень-очень много. Так, давай мы изначально вот так сделаем. Так, и еще вот так. Хорошо, хорошо ведро воды с собой действительно взял. Я думал, что здесь может быть много лавы. Но ее здесь просто невероятно много. Здесь не просто много, а невероятно много. Отлично. Так. Так, дальше, если ниже, мне надо сюда уже проходить. Собственно, вот эту всю прямую я от лавы освободил, да? Прокапываемся ниже. Снова лава, снова прямая. Так, далее. Вот эту прямую я от лавы... А-а-а, почти. Так, хорошо. Тут тоже закрыли. Так, вот сейчас будет одно из самых опасных, наверное, действий. Мне надо будет просто сделать Йо на обсидиан. И фишка в том, что если Йо на обсидиан сильно не сработает, да, то лава зальет все, что было вот здесь вот вокруг. Именно поэтому я хочу сначала вот так вот лаву потушить, да, всю, которую я вижу. А потом уже делать Йо на обсидиан. Чтобы у меня, по крайней мере, уровень лавы, ну, не поднялся точно. То есть, чтобы она сверху на меня не потекла.
Так. Окей, жеш. Так, пока я могу. Давай-ка я вот это дело тоже все засыплю. Мне не нравится, как это выглядит. Тун-т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 ун. Такс. Так, нет, внутрь. Оп. Ать, ать я сказал. Ать, оп. Ну, так более-менее еще. Такс, факелы. Раз, два, три. Я понял. Так, ну что, давай ее сначала. И плюх. Вот. Вот про что я говорил, про уровень лавы. Ну, примерно с мой уровень. И на том спасибо. Что выше не поднимается. Так, хорошо. Здесь вот еще лава, ее тоже тушить надо сейчас будет. Такс. Удобно, пока вода не осела, собственно, я успеваю прокапываться. И поэтому вода, которая еще не убралась, тушит лаву, которую уже видит. Так, и здесь вот еще больше лавы. Оп, тушим ее всю. Главное, чтобы меня вода в лаву не вынесла. Отлично. Так, заодно обсидиан накапываю, это просто великолепно. Мне очень нужен этот обсидиан. Раз, два, три, четыре сюда. Так, что такое-то, ё-моё? My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Но почему я не темный дух? Я же не забираю у тебя угли, я забираю человечность у безграмотных. Ты не забирай человечность у безграмотных, ты давай словари безграмотным. Давай им знания, а не забирай человечность. Пускай людьми будут, слушай. Даже безграмотные могут быть людьми. Фонд за права безграмотных. Сделаем их лучше. Если не мы, то кто? И так далее. На. Такс, хорошо. Раз, два, три, четыре. Сюда. Так. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Сейчас надо будет все прочекать. Так, отсюда будет лава? Оп. Вот. Лава с той стороны заливалась. Так, ее пробили. И еще ниже будет лава. Ее тоже пробили. Найс. Оп. И здесь даже будет лава. Ее тоже пробили. Найс. Кстати, так. Электротин Тефаль сделал на самом. Мне это не надо нифига. О! Лава залила воду. А-а-а! Фак. Я думал, что когда-нибудь это должно произойти. Но ладно. У меня лава просто отобрала воду. Она просто ее зазвала со всех сторон и... Ом-ням-ням-ням-ням. И все. Это почему бы не пустить воду с потолка? Ты в это время можешь копать. Это неудобно. То есть, понимаешь, все, сейчас все дело в удобстве. Лично для меня. Если я пущу воду с потолка, буду копать, и вода будет постепенно все заливать, это можно, конечно, делать, но это неудобно. Лично мне. Но вообще система образования должна быть. Должна! Ключевые слова должна быть, к сожалению, у нас ее нет. Точнее как, она у нас была, просто ее разваливают. До сих пор. Почему весьма успешно, надо сказать, разваливают? Шаг, смотри, чего смотреть. Окей. Пускай будут смайли такие. Я их, по-моему, кстати говоря, не видел сегодня. Ну, либо видел, либо мимо пропустил, поэтому... Ок. У меня стандартные твичевские смайли работают. А, у меня же БТТВ стоит. Мы, ну так, меня ребята уболтали поставить БТТВ, чтобы смайликов было побольше, потому что у меня же подписки еще нет, а смайликов как бы хочется. А подписки как бы нет, а смайликов хочется. И именно вот поэтому. Такс, окей. Давайте ее. Оп. Отлично. Заливаем. Так, хорошо. Ну, он практически в прямую. Практически озеро уже перевел. Оп. Оп. Так, дальше смотрим, что у нас здесь есть. Отлично, еще больше лавы. Это хорошо. Просто взял нахрен в лаву. Просто поставил ведро воды и затушил. Мужик. Так. Теперь отсюда, оп, тоже затушить. И отсюда, оп, тоже затушить. Найс.
Так, стать. Эй! Эй! Хватит мне бесконечный источник лавы здесь делать. Ой, в смысле, каблы. Так, а вот сейчас будет уже опасное копание, потому что у меня лестница здесь нужна уже. Оп. Эй! А-а-а. Фак. Пропал обсидиан. Жаль. Так, собственно, убираем всю каблу. Ага, вот она, вот этот источник, который я ищу. Он здесь. И здесь, походу, тоже есть еще один. Так-с. Вода вовремя залилась. А вот, собственно, и вот вторичные источники, зараза такая. Там, походу, еще дальше, еще правее есть еще один источник сверху. Оу, еще с боков, японский городовой. Ну, я действительно, это немного глупо, наверное, пытаться пробуриться через озеро, мать его, лавы. Но, что поделать. Так, оу, фак. Она, оказывается, еще выше там. Вода, перестань, что ты делаешь? Ахаха, прекрати, ну, тебе лава не указ. Все, слава богу. Вообще, это уже вторая высота. То есть, подождите, то есть от меня вот там вот озеро лавы, да? Вот где-то там от меня озеро, на, мать его, лавы должно быть. Ой, воу, да, я про него и говорю. Ага, найс. Такс. А если я чуть выше выйду? А, чуть выше будет совсем пипец. Я все понял, шеф, я все понял. Тут уже вопрос стоит, какой высоты у меня будет шахта, и надо ли мне будет этот... А еще пипец прокапывать. Так, пока попробуем ее. Увижу, где еще лава. Так, здесь еще лава была. Так, сколько у меня по высоте там? 5, 4, мне надо еще ниже. Так, мне надо сюда проходить уже. Так, это тоже прокопаем. Ну вот, в принципе, так, нет, это высота в 3, мне нужна высота в 2. То есть еще на одну ступеньку ниже, и тогда можно будет прокапываться чисто вот прямо. А, ребят, такое дело, может кто скинет ссылку на установочник офиса, а то новый ноута совсем ничего нет. Извини, Манелька, у меня нету. Я, собственно, у меня на десятке почему-то офис стандартный был, что ли. Либо я Word'ом вообще... Не-не-не, у меня, по-моему, офис стандартный был на десятке. Шаг, как тебе новая функция ВК с возможностью присылания денег? Не знаю, я не видел такого. Ничего со мной не так, не могу вспомнить ни название мода, ни на Майн, ни найти на Ютубе, вообще не очень. Да ладно, это же бывает, ты чё, номер? Это не ты не очень, это такое бывает. Называется BrainFuck. Когда мозг отказывается тебя слушать, ну, или работать. И это бывает с каждым. Просто забей. Просто добавь забей. Вот. Так. Лава, привет. Мне на самом деле немного не сюда надо было прокопать. То есть вот здесь вот должна быть лесенка моя полностью. Сверх, который идет. Такс. О, снова лава. Так. Что-то давно я факел не ставил. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, не получится. Окей. А еще поесть, ну ни хрена себе, слушай. А, вейнмайнер же, точно. У нас вейнмайнер просто очень много еды требует. Ну, чтобы им пользоваться постоянно, выходит действительно приличное количество еды. Поэтому... Да! Хе-хе-хе-хей! Дракониум есть и в обычном мире! Вау! Мне осталось только нахрен платину найти, и все будет зашибись. А еще я, по-моему, профокапился с водой немного. Ну ладно, много. Я нашел дракониум в обычном мире, это охрененно! Просто охрененно! Но мне надо, кстати, нет, мне надо на высоту 1 выходить. Мне надо, чтобы прям... То есть, чтобы под одним блоком подо мной был бедрок. Вот. Условия необходимые и достаточные для поиска дракониума.
Так, сейчас. Ведро славы я к нашей печке пихну. Все равно здесь лава очень сильно нужна. Оп. А, так, теперь это руда, это руда, это руда, это руда, это руда, это руда. Все. Отлично. Дра. Тьфу! Привычка. Я думаю, сейчас часа в 4, но последующих действительно надо будет попробовать бордель построить. А то ребят что-то просили, как бы. Надо уважить, бордель построить. Так, башка скелетона пригодится. Шлема, шлема пока сюда уйдет. Так, да? По-другому как-то с Вегмана не скажешь. Я поэтому не говорю, фу, какая гадость, сам так думаю. Плюс, если будешь шаг услать донат ВК. Лив, не надо, я не очень люблю, когда говорят, ставь что-то там, если что-то там. Это как-то, это к спаму тянет, поэтому желательно не. Личное дело каждого. А, я воды забыл набрать, почему я такой не очень. Фыри. Так, за водой обратно. Переплавил золотые доспехи. Ну, хоть чё... Аризанов, нельзя переплавлять доспехи, которые раздамажены. То же самое касается оружия. Если оружие хоть немного раздамажено, его нельзя плавить. Поэтому я их не выбрасываю, я их оставляю. Если я выбью еще один шлем, совмещу с тем, возможно, он станет целеньким, и тогда я его переплавлю. Раздамаженный же нельзя плавить. Но это мем... Ну, ты знаешь, Лайф, я не против мемов на своем стриме, но, блин... Каждый мем имеет границу адекватности. Вот, например, то приветствие, оно тоже является мемом, но его на моем канале никто не любит. А те, кто любит, уже не на моем канале. То же самое с этим ставь плюс, если то-то. Ставь минус, если то-то там. Такое себе дело. Очень надоедающая хрень, причем способствует спаму. Я спам люблю, но в разумных пределах. Вот, например, поспамить этого. Брейнфак опять. А, я забыл, как эта хрень называется, пипец. Брейнпауэр, вот. Поспамить брейнпауэр, да, пожалуйста. А вот такой вещью что-то как-то нет, ты знаешь. Так, естественно, чтобы обезопасить драконьим, мне надо здесь все нафиг вырыть, чтобы у меня драконьим случайно. Вау, его здесь два. Ляпота, ляпота. Тогда его. Оу, здрасте. Такс. Отлично. И на еще одну глубину. А, вот собственно, а, нет, слушай. Бедрок находится на уровне 1. А, тогда все ок, тогда все нормально. То есть вот сейчас прям подо мной бедрок будет, да? Значит, то, что я буду прокапывать, я вижу все, что я буду прокапывать. Возможно, даже стоит шире сделать немного шахту. Сделать ее в 7, и факелы будут по сторонам плюс центр. Возможно, так тоже будет нормально. Да, Дахаку, тип того. Свегман, ну чё ты сразу так? Брейнпауэр. Тебе ответить впадлу, где сборку скачать? В ФТБ? Ты просто на самом деле вводишь Infinity Wolf, да там уже будет. Ша, когда будет стройка? Это ТС. Так, секунду, ребят. Нос требует внимания. Шаг задрот, а где у тебя опять все мечики? Я хрен его знает, отдыхают. Ах, кислород, блин. 40% полученного кислорода. Так, здесь будет уже лава. Окей. Слушай, не, мне реально, мне, наверное, шире придется делать. А то и в 9 шириной. А почему бы и нет? Так. Галилео эксперименты. Да, действительно, я попробую в 9 шириной сделать его. Такс. Высоту больше я делать не буду, иначе та высота, которую я сделаю, ее больше не будет удобно засыпать.
Так, а где у меня будет центр тогда? Центр у меня будет здесь. И факела по центру пойдут. Каждый раз, два, три факел. Раз, два, три факел. Вот, типа того. Так, у тебя хронический насморк, твой нос слишком часто тебя отвлекает. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. У меня не хронический насморк, у меня искривление перегородки есть, поэтому у меня постоянно одна ноздря заложена. А иногда заложены две, и дышать тогда становится практически невозможно. Но с этим ничего не поделаешь, кроме как, ну, исправлять искривление, а это операция, это вмешательство, а я этого не хочу. Вот что-то вроде этого. Поэтому, ну, страдаю немного. Иногда, если совсем плохо, ну, дышать ночью максимум, вот что, сложно, да, носом. Так, можно сказать, что у меня хронический насморк, конечно, но на самом деле просто искривление перегородки носовой. Причем внутри, снаружи мне сказали, что это незаметно ни хрена, а внутри, типа, все видно, все, блин, видно. Так, давай вот так сделаем. И вот этот один блок мне надо убрать. Это не ее, это один блок. Если я сделаю здесь ее, меня нахрен лавой зальет. Ее будет чуть попозже. Такс, окей. Теперь сначала обкапываем дракониум со всех сторон, чтобы убедиться, что нигде нет лавы около него. Так, редстоун, хорошо. Вот, возле дракониума нигде нет лавы. Все. Ее! Драконье! Охренеть, с двух этих руд дракониумов мне упало 16 дракониума. Удачка творит чудеса. Сколько у меня тут удачки, кстати говоря? Удачка в 3. 450 это, насколько я помню, в 3 удачки. Подмигивает еще 250 раз Brain Power. Так, у меня также искривление, мне сказали, это хронический насморк называется, да? Ладно, Андерсон, будет хронический насморк, окей. Да ладно, кто там у меня из модеров мутает, забейте на одну секунду. Ку-кваду. Ладно. Давно не было, согласен. Где он там? Нате вам. Спасибо за фоллоу.
Вот, да. Раз уж спросили. Окей, тогда можно на FMLGL 7X, в принципе, перейти. Давайте крипту послушаем. Такс. Вот так вот. Ну, собственно, что у нас получается? Я бредом решил заняться, на самом деле. Это пипец какой-то. Капу вам, не выкидан. Капу нет, не-не-не-не. Не сегодня тогда. Так. Давай, унижай эту лаву. Короче, в итоге оказался сверху источник воды, причем весьма удобный. И я решил немного лаву унизить, в то время как лава унижала меня. Взаимное унижение, короче. Так, йо! Ща нахрен эту лаву просто вытравливать буду. О, not bad. Я правда боюсь, что там какая-то шахта долбанная. Ну, такое себе. Ага, типа того. Да, это вода из долбанной шахты, но... Сейчас эта вода меня реально спасает. В борьбе с вот этой лавой бесконечной. Блин, я так полчаса копать буду обсидиан. Так. Не сползай меня. Сейчас последний вот это вот штрих. И все. Все. Можно лаву закрывать нафиг. Так. Оп. Главное без кислорода не остаться, и все будет нормально. Ну, закройся. Отлично. Фух! Найс. О, это было ни хреново, честно говоря. Вот так я еще никогда не прокапывался в лаве. По уши в воде, блин, лаву выкапывать. Это знатный экспириенс, я должен сказать. Такс. Так, в какой у меня потолок? У меня я потолок прорыл, блин, на две клетки больше, чем мне вообще надо было. Это пипец. Но, по крайней мере, лава вроде как меня больше доставать не должна. То есть вся лава, которая здесь была, я просто ее всю отобсидианил сначала, а потом она просто ушла. Нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Если будет еще лава, она будет, по идее, не такой уж и большой. И поэтому я ее смогу закрыть банальным, ну, кирпичиком. Раз, два, три, факел. Так, главное вон там сейчас все наверху закопать, чтобы все камильфо смотрелось. И все будет хорошо, камильфо. Вот то-то, бугаго. Так. Найс. М? Красотища же, а? Шаг выколоет эхо, не подойдет на майн. Эхо. Эхо немного не то. Эко, это, блин, это надо играть в КС-ку под нее. Эхо под КС шикарно подходит, отличная боевая музыка. А в Майн, да не. Да не, блять, это как-то не. Так. Сумасшедшие прокопки можно уже оставить, слава богу. Так, сейчас надо шахту выравнивать, поставить факела, как они должны стоять. И нормально прокапываться уже. Так, оп. Оп. Парадокс, я нашел мод, но не помню, как установить моды. Я точно могу. В смысле, ты просто моды установ... Если ты про FTB, про майн говоришь, да? То тебе надо просто в майне, в FTBшном... ставить моды и дальше просто на установленный мод, путь к установленному моду указать. И все, оно у тебя само все поставится. О, смотри, как удобно в 3 копать. Плюх, 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 оу, плюх, 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 плюх. Да вы посмотрите, как это удобно, это же пипец. Это реальный же пипец. Правда, потолок немного низковат для такой широкой шахты, ну да ладно. По крайней мере, из-за такой ширины в 9 я реально...
добыл бы драконник, дракониума больше, чем мог бы его добыть, если бы не. Скажем так. Ярк. Блин, классная музыка. Вот всегда включай так в MLG7X и, блин, ну просто, я не знаю. Музыка колбасит. Хороший музяк пишет, мужик, прям реально хороший. Так, сюда, сюда. Вот так вот сделал две полных прокопки. Итак, раз, два, три, факел. Раз, два, три, факел. Смотрим, четко ли у меня до сих пор. Да, четко. Кстати говоря, не-не-не-не-не. У меня вот эти факела должны стоять немного между. То есть они должны начинаться вот здесь. Вот, так будет лучше. My God is that amazing. Спасибо за фоллоу. Вот так они будут на тех прямых, которые... Вот, видите, факел, факел, факел. Давайте, раз, два, три. Ни хрена. Факел, факел, факел. И всего лишь одна полоска с ни хрена идет. Ну, прикольно. Появились неграмотные, у кого надо было человечность снять. Ну, Катька здесь всегда, Катька иногда пишет разный бред. Сходи, инвентарь освободи. Да ладно, зачем? Ты видишь, сколько у меня инвентаря еще? Нормально все с инвентарем. Сейчас все прокопаю. Оу, серебро, окей. My God is that amazing. Спасибо за фоллоу. Естественно, киркой на удачку сначала надо все раздобывать. А потом уже прокапываться дальше. Потому что если молотом добывать, к сожалению, редстоун у меня получилось бы, ну, раза, наверное, в три меньше. А редстоун для меня сейчас очень важен, поэтому вот. Нашли ресурсы, сменили на кирку, добыли кирку, сменили обратно на молот. Добываем дальше, все легко. Елориум, вот правда елориума, например, мне столько не надо, поэтому елориум я могу молотом добывать. Хотя в будущем в Big Reactors он пригодится. С другой стороны, у меня к тому времени наверняка уже будут дименшены. А если у меня будут дименшены, у меня всех ресурсов будет столько, что просто забей. Раз, два, три, факел. Раз, два, три, факел. Раз, два, три, факел. Раз, два, три, факел. Серебро, пускай будет. Оу, гравий. Не, пускай не будет. Не хочу гравий себе сюда. Есть песни очень классные на эту музыку. Опять же, Джулс написал и Джонатан Янг. Именно реально песня прям. Она шикарна. Такс. Эй. Оп. Возможно, все-таки надо хосту установить на молот. Ну, потому что медленновато он все-таки собирает ресы. Оп. Нет? Нормально все? Зашибись. Ага. Зашибись настолько, что инвентарь полный. А, так, допустим, шарды мне не нужны. Все. Вот теперь можно зашибиться. Вот. А еще с собой взять лестницу. Сколько мне надо лестниц? Раз, два, три, четыре, пять. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 55 лестниц мне надо с собой взять еще. Шаг, хорошо в КС, ловлю тебя на слове X2. Окей. Я же не сказал, что буду для КС ставить. Вообще я в КС-ку под нее играл, на самом деле. И весьма не кисло игралось. Правда. Что выбрать из модов для майна? Powercraft или Terra... Terrafium Craft. Хочется и то, но они вообще никак не совместимы. Я бы Терру выбрал. Она мне по названию больше нравится. Так, кто предупреждал? Я предупреждал. В смысле, Аризанов? Ты, между тем, что ты предупреждал, и тем, что я иду разгружаться, прошло очень много времени. Не надо здесь. Не хухры-мухрыш. Не мухрыш-хухрёш. Вот. Так, с этим у меня все ок. У меня, кстати, по идее, ведро уже не понадобится, поэтому ведро можно поставить спокойно туда. Турун-тун. Пук! Ту-тун-тун-тун. Турун-тун.
Не, на самом деле, действительно забавно. Вот то, что дракониум есть в обычном мире, я-то думал, все, дракониум только в Deep Dark, не добуду больше никогда, потому что пока до Deep Dark проедешь, не в Sky Factory ты, я не знаю, жахнуться успеешь. Но оказывается, во-первых, не только не в Deep Dark, но и в аду тоже. А теперь оказывается, что еще и в обычном. Блин, если бы я здесь на глубину в 2 ушел, я уверен, что где-то здесь наверняка тоже полно дракониума есть. Он редкий, слов нет, но тем не менее жопа! Я забыл про лестницу. Мне, честно говоря, не нравится эта дрянь, вообще не нравится. Ну ладно. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу, я ей позже займусь. Так, дай-ка мне еще каблы. Мне камень нужен. Ту-туру-ту-туру-ту-туру. Ать! Ту-ту-туру-ту-туру-ту-туру. Такс. Мне бы здесь какую-нибудь ячейку оставить, вот буквально эту. Выбросить в нее вот эту хрень. И закрыть ее. Вот так вот. Найс. Оу, золото. Золото это... Оу. Да, золото это... Оу. Так, там еще было. Драконю! Блин, я каждый раз, когда драконю вижу, я не знаю, прям драконю. Это так охрененно. Эй. Я не понял, где мой драконю, слэш? А где мой драконю? Это что за бред только что был? Что, ноль дракониума? Серьезно? Такое тоже бывает? Моя не понял. Where is motherfucking мой дракониум? What the fuck? Меня только что налюбили, причем реально сильно. Какого хрена? Неужели из драконовской жилы реально может не дропнуться драконium? Да бред. Да реально бред. Хотя бы светло. Выше он. Дырки. Так нету выше дырки, я ж проверил. Просто нет выше дырки. Он тогда бы вниз уже упал, понимаешь? Он решил прокопаться, увидел Редстоун. То есть нету вверху дырок никаких. Все. Здесь просто нет. Нету! Он реально... Он просто исчез. Его просто нет. Он кончился. Точнее как, он даже не начался. Это Налюбилово. Откровенной воды. Чистая, как слеза младенца, Налюбилово. Фыр. Реальный фыр. I don't like a look of it. Шаг, чекать. Если что, мод на DFC. Посмотреть рецепт крафт немного. Мне лень. Кать, напиши еще раз. Блин, мне лень выше листать. Тогда манива сожрал капу. Всем привет. Здорово, Сакас. Я тут немного опечален, не обращай внимания. У меня только что Майнкрафт сожрал дракониум. В наглую причем. Очень нагло сожрал. Просто взял и схавал дракониум, который я добыл. И не хочет отдавать, мразь такая. Блин, на самом деле реально обидно. Я вот... Словечков нет, как обидно. Так, с этот гравий я обратно засыплю, он мне нафиг не нужен. Так. Все вроде, да, все остальное мне нужно. Окей. Боковину засыпал гравием и будет. А, вот так учёс, как будто меня комар укусил через тапок. Странно. Сколько опыта на молотке? А, да не, Кать, он очень медленно добывается. Он всего 17%. Видишь, молоток, он не...
матом не сказать, как медленно прокачивается. Просто думать об опыте молотка забей. Просто забей. Это пустая трата времени и мыслей. Рубины? Не. Рубины вроде как полно. Раз, два, три. Нет, раз, два, три. Вот. Здесь так. Так, киркой добываем, естественно, уголь. Естественно, киркой, естественный уголь. Отлично. Естественно, активированный. Куда же без него? Так, здесь. Ладно, киркой все разхреначу. Так и быть. Блин, вот жалко, что под молот приходится на самом деле выравнивать немного поверхность. Иначе молот скопает совершенно не то, что мне надо. И тогда придется выравнивать поверхность после молота. Что тоже, естественно, не очень комильфо. Все, вот выровнял вроде как. Вот, теперь точно выровнял вроде как. Так, сюда немного. Здесь есть. Раз, два, три. Отлично. Продолжаем разговор. Да, кстати, давай по три просто. Три вглубь, и там уже будем смотреть. А схомяченный драконим я не прощу, блин, игре. Серьезно. Я ж запомню, я ж отомщу как-нибудь. За схаванный драконим. Так, 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 так. Пуц. Пум-бум-бум. Пум-пум-пум-пум. Молоток слоу слишком, ну сорян, ну. Видишь, на него даже нельзя эти модификации дать. Я на него дал третий мох, потому что у него дюрабилити эффективная. 8500. Ты представляешь, сколько мох первого или второго уровня будет восстанавливать 8000 дюрабилити? Это пипец просто. Именно поэтому я, собственно, поставил в него мох в 3. Это была последняя модификация, которую я мог себе позволить. Потому что, по-моему, на этот молот я как раз и использовал и обычный, то есть алмаз и золотой блок, и алмазный блок плюс золотое зачарованное яблоко. Я все, что можно на него, ну, кроме Незера, звезды разве что. Но мне банально нет пока что. О, Редстоун, классно. На самом деле хорошо, что он иногда так медленно прокапывает. Ты знаешь, успеваешь среагировать на какие-то ресурсы, которые тебе попадаются. Например, мне не надо молотком добывать редстоун, да? Мне надо, чтобы редстоун добывала кирка. А молоток добывает так, вот ты думаешь, что... Оу, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Такс. И вот такс. По-моему, меня ждет раунд 2 борьбы с лавой. И что-то это мне сильно не хочется, но здесь у меня выбора особого не будет.